Как вы обычно режете помидоры для салата, если их нужно много? Просто разрезаете ножом, это очень долго. Лучше возьмите тарелочку, выложите на нее все ваши помидорчики, сверху накройте еще одной тарелочкой, а теперь большим ножом просто разрежьте помидорчики между двух тарелок, вот таким вот образом. И все. У вас буквально за пару секунд получилась полная тарелка нарезанных помидорчиков. Попробуйте так сделать.